Всем-ку. Ну что, продолжаем наше выживание. Так, этот ролик, наверное, будет коротким. Я хочу сейчас сделать улучшенную печь. И, наверное, автоматизировать наш дипмайнер. Из-за чего хочу сделать улучшенную печь? Из-за того, что, как вы видите, мой шлем и мой скафандр, как его скафандр, уже наполовину ХП. И я еще пару раз так ударюсь, и все, и останусь я, как говорится, в одних шортиках бегать тут. По Венере. Так, что у нас тут новенького, что у нас тут старенького? Вот эту вот постройку я буду разбирать полностью. Здесь у меня будет что-нибудь другое, я еще не придумал. Может, аэропорт, может еще какой-то склад производства. Я еще пока не решил. Так, что? Как говорится, так как мы играем с вами за пришельца, что могут пришельцы делать? Правильно. Летающие тарелки, которые захватывают планеты. И пирамиды. Так что все производство оттуда я перенесу вот в наш новый, как говорится, склад. Наш домик, нашу постройку. Не скажу, что это очень было быстро построить и добыть ресурсы на это все дело, но я думаю, реально оно того стоило. Так, здесь еще не закончил, здесь еще будет достраиваться. Здесь еще будут все солнечные панели и турбины сюда переноситься. Так что это еще пока месяц начала. Но без сплавов, без суперпечки, как бы я не могу ничего делать. Так, давайте по поводу автоматизации автолада. Фу, автолада этого, как его, дипмайнера. Так, давайте пока месяц выключим, чтобы оно не шумело. Что я тут сделал? Я подключил вот один дипмайнер, поставил, и второй вот сюда дипмайнер поставил. От него провел трубы, вывел как раз на 4 центрифуги. Вот видите, видите? Добывается у нас, получается, руда грязная. И постепенно в эти два поступает, а с этого дипмайнера как раз в эти два. Ну, я тут пару 30 дней побегал. Видите, да? 500 железа, 600 железа, 700 железа, 600 железа и так далее. И я сейчас хочу, получается, чтобы каждый раз сюда не бегать, вручную не доставать вот эти все металлы. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Сейчас он перестанет задыхаться. Чтобы вручную не доставать все вот эти вот металлы, я провел трубу и завел ее, получается, как раз в наш новый домик. И отсюда... Давайте посмотрим. Так, давай заходи. Здесь у меня, конечно, внутри еще температура, ну, огромная, около 400 градусов, но я ее постепенно понижаю. Я хочу здесь сделать полный минус, минус 10 сделать, и нормально будет, потому что вся эта техника будет нагреваться. Так, я поставил здесь склад, и оттуда, получается... Все эти, как его, уголь, железо, медь и так далее будут поступать на наш склад. Здесь мы сделаем стакер по 50. Будем тут, получается, забирать железо, к примеру, и плавить вот тут в нашей супер новой печке, чтобы мы не бегали. Так само я с того помещения перенесу сюда автолад и сгибатели труб. Здесь установлю. Сюда, наверное, поставлю компьютер. И спутниковую тарелку. Здесь у нас будет наше рабочее место. А здесь пространство мы как-то решим. Не знаю, может что-то будет, а может и не будет. Да, у меня еще плюс еще есть второй этаж. Идемте покажу. Здесь на втором этаже я хочу добывать кислород. Ну, то есть я еще не придумал, как это будет. Но здесь я поставил уже фильтр. Плюс-минус. Здесь мы будем добывать с вами кислород. Ну, чтобы далеко не бегать. Да. А по поводу, к примеру, воды и всего остального, я буду рядышком строить, наверное, где-то либо вправо, либо влево, либо куда-то туда, может, уйдем, построим себе, это как его, наш маленький огородик. Сделаем, не знаю, может, тоже пирамидой. Но для этого, получается, мне нужно будет... Сейчас, секунду. Так. Чтобы сделать, например, такую самую пирамиду стеклянную, мне нужно будет улучшенное стекло. Чтобы нормально пропускало, чтобы не было вот таких вот темных пятен. Но для улучшенного стекла мне нужна улучшенная печка. И бла-бла-бла.
Так, ладно, давайте смотреть, запускать наш дипмайнер. Так, включаем. Ну, алло, отпусти. Ну, отпусти, пожалуйста. Все, отлично. Так, мы его включаем. Открываем наши задвижки. Ага, ты задыхаешься. По поводу вот этого вот чипа, который сюда вставляется, он у меня не работает в скафандре. Что я не делал, он у меня не работает. Внутри помещения, конечно, срабатывает, но когда выходишь на улицу, перепадает это давление температуры, и он перестает работать. Короче, я не знаю, нужно будет тоже что-то думать. Так, все. Сейчас, бак отходов, бак отходов. Где ты наш бак отходов? Так, не то, не то, не то, вот ты. Так, все, закрыли. Давайте, открываем. Раз. Два. Три и четыре. Если я все правильно рассчитал, то теперь весь металл, все железо будет поступать к нам на склад. И это будет шикарно. Нам не нужно даже будет бегать туда. Как говорится, автоматизация. Так, давай. Во. Пошли. Давай смотреть. Да, есть. Шикарно. По 50 штучек у нас сюда поступает. Можно, конечно, сделать стакеры и по 100, и по 500. Но пока мест мы по 50, думаю, будет нормально. Просто нам, когда она будет плавить сплавы, там один к двум, один к трем, будем потом тут крутить и забирать то количество, которое нам нужно. Так. А мне теперь нужен металл. Металл у нас тут есть. Как посмотреть, почему нам сюда металл не поступает? Или он пост... А, вот и металл как раз. Ну все, отлично, шикарно. Так, а я не знаю, единственное, сколько, какой объем вот этого вот хранилища. Ну, то есть, сколько оно будет поступать. Потому что у нас там 400, 500, 700, около 1000 металла. Около 1000 металла у нас есть. И сколько оно будет поступать сюда? И сколько сюда влезет, я без понятия. Ну ладно, пусть пока месяц оно, как говорится, работает. Давайте займемся улучшенной печкой. Так, что нам нужно? Нам нужно сделать вот так. Взять ломик, пока месяц здесь снять, положить. Нет, ломик. Металл сюда положить. И вроде все. Так. Ага, все, да? Все поступило. Ну, еще отлично, шикарно. Конечно, придется долго перебирать, но ничего страшного. Главное, что не нужно будет бегать, правильно? Вот вам и золото, вот вам и все. Так, давайте смотреть, что у нас тут. Изолированный бак, да. Бак мы поставим сюда. Здесь мы будем с вами добывать топливо для нашей печки. Немножко, как говорится, упрощенная, упростим сейчас задачу нам. Так, изоляционная труба, не то, не то. Измельчитель льда. Измельчитель льда, наверное, мы поставим с вами. Я думаю, наверное, его заглубить внутрь. И просто открывать, и чтобы он нам не портил вид, наверное, мы так и сделаем, да? Сюда поставим вот так. Измельчитель льда. Как раз отсюда. Потом возьмем ломиком, снимем, закинем металл, закроем, и будет все шикарно и красиво. Так, что нам нужно дальше? Давайте смотреть, а с чего ты делаешься? Если у меня это все, либо мне нужно бежать на мою базу. Так. Лист стали. На измельчитель, да? Серьезно? А, нет. Лист железа. Окей, у меня железа нету. Мне железо нужно будет брать в нашем старом домике. Ладно, пойдемте сбегаем за железом.
Пойдемте сбегаем за железом. По-моему, нужно будет еще моток кабеля взять с собой. И все. Не помню, нужна ли пластмасса, либо не нужна. Ну, то есть пластик нужен, не нужен, пока без понятия. Так, надо будет потом отсюда все перенести, разобрать эту постройку. Все лишнее в этот, как его, утилизатор. Все нужное. Все нужное оставить. Так, мне нужен металл. Есть ли у нас металл? Давайте посмотрим. Лишь железо, да. Есть у нас железо. Хорошо. Так, давай. Лишь железо. Давайте штучек 5 сделаем. Нужно будет потом стакер сюда сделать. Не знаю по поводу пластика. Не знаю по поводу пластика. Ну давайте хотя бы пару штучек пластика сделаем. Если что, потом используем на стены. Все, отлично. И мне нужен теперь моток кабеля. Обычного моток кабеля у нас есть с вами, но нужно его куда-то ложить. Все, листали. Даже ли железо у нас с вами есть еще. Хорошо, отлично. Сколько нас стали? Листали 50 штучек. Ну, пригодится. Пригодится, я думаю. Так, тут мы выключаем. Выключаем. Из-за чего я здесь минус держу? Я просто когда буду забирать отсюда... А, да, я не знаю, показывал, не показывал. Я все-таки закупил себе кислорода и водички. Не помню, записывал я их. Да, когда я буду забирать оксид, вот сюда и будет выпадать, чтобы он у меня сразу не начал таять. Вот из-за чего я держу минусовую температуру. Так, побежали. Побежали. Ну что, как вам? Нормально? Блин, мне лично эта пирамида нравится. Не знаю, я, наверное, не буду ее красить. Наверное, белым цветом так и оставим. Здесь, вот тут я тоже буду все зашивать. Я, наверное, вот так полностью ее зашью и покрашу в какой-то другой цвет. Но эта пирамида, наверное, белым цветом таким и останется. Плюс я хочу еще расшириться и строить еще больше построечек. Но для этого мне нужны ресурсы. И не всегда это обычные. Иногда это суперсплавы. Да плюс, наверное, я хочу сделать все-таки себе очки, которые будут показывать мне, где находится... Это как его? Какой металл. Чтобы иногда упростить. Чтобы со стакера, к примеру, тут не забирать. Чтобы оно здесь копилось для массивных построек. А так сбегать. Немного либо железа подкопать, либо золото. Так, давайте смотреть, давайте дальше этим заниматься. Только сейчас одну секундочку. Буквально и... Так, давайте смотреть, давайте смотреть. Так, раз, и по-моему тебе нужен моток кабеля. Два, да, отлично. Значит, пластик нам не нужен. Так, надо смотреть дальше, куда мы тут его будем устанавливать. Так, давайте, наверное, мы здесь сделаем пока месть. Вот так, чтобы она нам не мешала. Возьмем трубу. Не знаю по поводу труб, хватит ли мне труб, либо не хватит. Так, а где ты? Ага, а я не... А, или правильно... Выведем сюда. Да, давайте выведем сюда. Я думаю, это в принципе будет не смертельно. Правильно, что она стоит задом наперед. Или давайте, наверное, уже сделаем красиво. Я понимаю, что это никто не будет видеть. Мы это все зашьем стенками, но я-то буду знать правильно. Так. И она будет меня мулять по ночам. Угу. Ну давай, ну. Во, отлично. Теперь берем трубы. И ведем, если я не ошибаюсь, по-моему, газ у нас сверху, правильно, идет?
Жидкость у нас идет снизу, а газ, по-моему, у нас идет сверху. Так что давайте делать так и вести. Здесь тоже будет, наверное, минусовая температура. И, в принципе, я думаю, бак не должен будет сильно перегреваться. Хотя он изолированный, он должен выдерживать нормальную температуру, по идее. Так, 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 так. Низкий уровень заряда. Хорошо, давайте поменяем. Блин, отсюда ж мне нужно будет еще вывести на улучшенную печку. А то и сделать вот. Так, где ты? Сделать, наверное, вот так. Включить, выключить фильтр. И сделаем так. Так, все. Отсюда пойдет у нас, получается, уже в улучшенную печь. Если, конечно, все правильно рассчитал и просчитал. Где наша улучшенная печь? Улучшенная печь. Вот она у нас туточки. Так, давайте перевернем ее. Давайте, наверное, ее поставим где-то. Где-то вот тут вот. Здесь нужно еще будет сделать для приема металлов. А здесь выходило. Так, берем в руки. Раз. И, по-моему, тебе нужно будет листали. Если не ошибаюсь. Да, листали. Так, и отверточка. Хорошо, что у нас это все с вами есть. Отлично. Все. Продолжаем дальше делать. Продолжаем смотреть. Так. Можно пройти, пожалуйста. Так, сейчас бы еще вспомнить. Сверху, по-моему, у нас выходит наш газ, все наше тепло. Нужно будет его вывести куда-то вот туда. Подальше, повыше. Так, давайте сюда. И выводим его на улицу. Я не знаю, будет ли, когда я буду открывать вентиль, повреждаться мой каркас от теплоты. Будет ли он гореть, либо не будет, не знаю, вот это вот. А вот сюда, по идее, мы должны будет с вами сейчас подключить. Так. Давай сюда. Во, вроде даже труб. Рассчитал правильно. Так, это сверху будет выходить. Угу. Давайте, наверное, возьмем трубы. Возьмем нашу вентиляцию, пассивку. Сбегаем на улицу. Так, все. Сбегаем на улицу и посмотрим, где оно там вышло. Блин, с этим дипмайнером, конечно, все хорошо, но он громкий, падла. Крица громкий, падла, вот и наша труба. Так, давайте, наверное, ее по максимуму, сколько мы сможем. Наверное, куда-то вот сюда ее выведем. Я бы желательно, наверное, вообще подальше куда-то туда вывести, но насколько сейчас хватит труб, настолько и выведем. Ага, все, закончилось. Ладно. Здесь, по идее, будет наш газ выходить горячий. Чтобы наша печка не бомбанула. Так, все, возвращаемся домой. Возвращаемся домой. Блин, не знаю, буду ли я делать кислород. Ну, то есть, буду ли я здесь дышать, либо буду постоянно здесь в скафандре ходить. Вот это я еще пока мест не знаю. Так что тоже нужно будет думать. Так, давайте дальше смотреть, что нам нужен. Так, мне здесь нужен будет вот такая вот штука. И транспортная труда, соединение, приемник, раздат. Так, раздатчик. Раздатчик, не. Не-не-не. Значит, нужна еще обычная труба. Наверное, вот так вот.
А тут раздатчик мы поставим с вами. Так. Угу. Неудобно, неудобно. О, ладно. Ладно, места у нас с вами много. Места у нас с вами много. Давайте, значит, по-другому сделаем. Значит, увидим тебя вот так вот. Правильно, что идешь? Так. Давай вот так, а сюда. Так, раздатчик, 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 раздатчик. Все. Правильно. Не знаю, надо будет ли подключать сюда, но, по-моему, не надо будет электричество подключать. Если не ошибаюсь, а сюда нужно будет приемник сделать. Значит, отсюда шкаф мы потом уберем. Шкаф отсюда уберем, потому что он будет нам мешать. Наверное, давайте сразу это сделаем. Все лишнее. Давайте, наверное, все лишнее пока мы сюда сложим. Все равно это будет, как говорится, потом 200-300 раз переставляться. Так, давай сюда, давай сюда. Так, раз, два, три. Все, шикарно. Берем. Да ё-моё. Во. Все, шикарно. А здесь мы, значит, с вами устанавливаем приемник. Так, приемник, приемник, приемник. Где ты? Где наш приемник? Приемник, вот. Угу. Я теперь не вижу, куда. Куда еще? Вот приемник. Наверное, мы приемник поставим с вами. Так, дай, пожалуйста, пролезть. Приемник, наверное, мы поставим с вами вот так вот. Блин. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Значит, проведем трубу. Труба, а тут тогда приемник. Или тоже вывести ее подальше. Попробовать. Не знаю, будет ли просто оно его срабатывать так, как я задумал. Так. Труба, а тут, значит, приемник. Дай мне приемник сюда. Пожалуйста. Ага. Установил, проверяй. Блин, темно, ничего не вижу. Я, конечно, себе сделал вот себе лампочку. Сделал даже выключатель, чтобы я включал полностью весь свет. Но мне нужно, это как его, медь и золото. Все медь и золото мне было, получается, в этом, как его... в дипмайнере. То есть центрифуги, поняли, да? И чтобы его не забирать, чтобы записать видосик, показать. Пришлось бегать, копать. Так, где приемник? Все? Правильно? Правильно. По идее, правильно. Давайте даже посмотрим, будет ли оно срабатывать. Возьмем. Возьмем, возьмем, возьмем. Я знаю, давайте железо возьмем. 50 штучек. Так. Опа, отлично. Сюда подошли. И отсюда оно, по идее, должно потом будет выпасть. Да, шикарно, все. Я, в принципе, доволен. Так, давайте тут подключать, наверное, все это проводами. Не знаю, хватит ли мне проводов. Или мне нужно будет еще идти и делать их. Ну, надеюсь, мне хватит. Хотя, сомневаюсь, ну ладно. Так, главное, печку мы подключили. Подключили. Теперь мне нужно подключить холодос. Холодос, холодос, холодос. Холодос, мы, наверное, выведем тебя по прямой вот сюда. Так, 2, 3, 4, 5. Но, по идее, 12 штучек должно хватить. Так, выводим тебя сюда.
И смотрим. Полы я потом тоже буду зашивать, так что все эти кабеля видны не будут. Да, как раз впритык мне хватило. Как раз впритык хватило. Ну все, по идее, если я все правильно сделал, все правильно рассчитал. Так, давай обратно вставлять тебе стеночку на место. Так, давай, это стена. Вот так. Правильно ж? Да. Ну все, потом просто будем подходить, ломиком забирать, сюда влаживать. Ага, ты не срабатываешь, да? Падла. Почему? Ладно, будем заходить вот так делать. Это уже не так сильно смертельно. Просто не хочу, чтобы здесь, получается, торчал холодильник. Так, а почему ты меня не закрываешься? Почему ты не закрываешься? Или ты у меня этим, как и пластиком закрываешься? Листали, но ну, листали. Вот тебе листали. Или я теперь не могу зашить из-за того, что здесь трубы стоят, да? Это, наверное, из-за вот этого вот соединения, да? Я не могу его зашить. Блин, я ж могу приемник повернуть и в эту сторону, и в правую, правильно ж? Вывести его, получается, вот сюда и туда. Чтобы оно здесь не соприкасалось. Да, наверное, давайте так и сделаем. Давайте, наверное, попробуем так его и сделать. Повернуть его в другую сторону, но в принципе ж не принципиально, правильно? Мне главное, чтобы эта штука зашивалась. Так, а ну. Дай, мне надо, чтобы оно зашилось. Почему оно не зашивается? Или все, я тебя не зашью больше. Или я тебя больше не зашью. Давайте смотреть. Давайте разбираться. Так, ну вроде стало. Ага, это окно стало. Мне нужна стена. Вот. И мне нужен. Почему оно его не зашивает? Так, не задыхайся. Ты же видишь, у нас все идет не по плану. Вот. Или что? Или мне нужна газовая грелка, что мне. Что мне нужно сделать? Алло, Ира. Почему ты не хочешь? Почему здесь ты зашиваешься? Хотя я тебя неровно поставил, но это не столь важно, я потом тебя переделаю. А здесь ты не хочешь. Это, наверное, из-за трубы, да? Наверное, из-за трубы. Так, ладно, давайте разбираться. Давайте разбираться, давайте смотреть. А если я тебя тут сниму, ты тоже, да, не заходишь потом? Ты потом тоже не захочешь, да, наверное? Или захочешь? Так. Бум. Хорошо, если мы поменяем тебя местами. Так, у меня здесь пластик был использован, да? А здесь металл был использован. Сейчас, ребят, буквально 2 секунды. Я просто хочу понять, в чем дело, почему оно его не хочет. Кто в курсе, напишите. Наверное, из-за массированной стены, че это, из-за массированной печки. Либо я что-то не туда куда-то тыркаю и нажимаю. Ну вот, смотри. Во.
А, лист. Лист. Лист пластика. Две штучки мне нужно, да? Фу. Вот она что, Михалыч. Все сделала, все правильно, да. Я не туда посмотрел, получается. Спасибо за подсказку, да. Я думаю, по-любому вы уже написали, что я делаю не так. Так, теперь осталось сделать нормальную стенку. Вот эту вот забрать так. Поставить. Мне не нравится. Нужно будет потом вот эту вот стенку перевернуть сюда, сделать. Так, быстро сейчас это все сделаем. Да, я сказал, быстро сделаем. Мне нужно плавить металл. Я не хотел затягивать так ролик надолго. Хотел сделать за 15 минут. Ну ладно. Во, все, теперь мне нравится. Кажется, теперь мне нравится. Теперь можно взять. Так, полежи пока мне здесь. И, наверное, повернуть просто эту раздаточную трубу в эту сторону, правильно? У нас как раз и место будет меньше. Меньше занимать. И нам, в принципе, не принципиально, я думаю. С какой стороны нам будет выпадать. Так, приемник раздай. Все. Ну, будет она тут выпадать, но и будет. И ничего страшного. Так, ладно, давайте дальше смотреть. Мне теперь нужно будет сейчас сбегать за оксидом и за, получается, этим, как его, летучим веществом. И попробовать запустить печку. И выплавить хотя бы, не знаю, там, стали немножко. И спробовать, как оно будет работать. Так, если не ошибаюсь, по-моему, 2 к 1 нужно мне сейчас будет это все сделать. Так, закрыли. Закрыли. Теперь нам нужна вот эта вот штука. И сюда мы сейчас положим все. Так, хорошо. Открываем. Шикарно. У нас здесь минусовая температура. Так что, по идее, вроде бы ты не должен, да, будешь растаять? 50 штучек в руках. Да, все, отлично. Так, раз. Давай, два. Ладно, допустим, и давай так, три. Все, у нас оксида больше нет. Оксид начал таять, да, у нас? Походу. Да. А нет, вот и все есть. Ладно, попробуем с этим количеством. Я думаю, это, в принципе, не столь принципиально. Мне главное понять, будет ли оно работать, либо не будет. А там уже будем разбираться. Тем более, я все равно буду разбирать и переносить все сюда. Как я уже говорил в начале ролика. Так, давай. Ну что, как вам пирамидка? Классная? Можешь сделать такую же самую пирамиду, только полностью стеклянную для это, как его, для нашей теплицы. Поставить туда нормальные кондиционеры, нормальные воздушные фильтры. И выращивать там, только сделать ее поменьше немножко. У меня здесь получается идет 10 на 10, а там может, не знаю, там 6 на 6. Так, давайте смотреть. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Давай сюда. Пошло. Пошло. И пошло. Все, по идее, оно сейчас должно находиться в баке. Да, оно находится сейчас у нас в баке. Ну что, шикарно. Только я ничего не вижу, какие вы. Во. Все, потом мы здесь стенку перевернем. Я зашью ее по-другому чуть-чуть. Немножко я зашью ее по-другому. И мы с вами. Мы с вами ее закроем. Так, если не ошибаюсь, мне нужно будет сейчас
60 металла и... Так, мы здесь закрываем на 0. Здесь мы... Давайте на десяточку поставим, на двадцаточку. Мне, по-моему, 60 металла и 20 угля. Так, дай мне уголь. И дай мне металл, пожалуйста. Так, теперь открываем сюда. Давай мне 20, 20, 20 угля. Это мне для стали нужно будет. Так, 20 угля сюда. И нужно будет с вами еще 60 металла. Так. И 10. Все, шикарно. Ты пока мисс полежи здесь. Тобой мы займемся. Так, давайте закидываем. Раз, два, три. Все. По идее, у нас тут должно все заработать. Так, включаем печечку. И понеслось. Температура набирается, температура набирается. Сейчас железо с углем, да, все, выключаем, открываем, получаем сталь 80. Шикарно, я думаю, шикарно. Я думаю, в принципе, отлично. Так, есть, нужно будет здесь еще придумать, где это все хранить, куда это все слаживать и как это все делать. Так, и теперь давайте посмотрим, какая тут температура. Так, здесь мы убираем. Здесь открываем. Понижается. Как раз давайте на сотку включим и пойдем посмотрим, не будет ли у нас... Будет ли у нас вредиться нашему покрытию. Так, взлетели. И полетели. Все, отсюда, по идее, все горячие. Горячий газ, горячий воздух и выходит. Нормально? Нормально. Я думаю, в принципе, отлично. Ну все, в принципе, я думаю, на этом можно будет серию заканчивать. Я из-за чего не забирал отсюда металл? Из-за того, что хотел записать, сделать автоматизацию, чтобы мне как раз провелось вот сюда. Здесь мы потом с вами зашьем. Здесь еще больше выведем, сделаем дорожку. И здесь, наверное, вот тут. Может и сделать стеклянную пирамидку маленькую для нашей теплицы, как думаете? Если да, то плюсуйте, как говорится, ставьте лайкосики и пишите комментарии. Так, ладно, все, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Будет уже, наверное, более массированные постройки. И будем что-то думать по поводу кондиционеров и кислорода. Да плюс нужен еще будет углекислый газ для, это как его, для растений. Этим мы уже будем, кажется, заниматься в следующей серии. Сейчас я буду дальше фармить ресурсы, выплавлять, делать, наверное, сплавы. Редкие, наверное, надо будет сейчас штучек по 100 их наплавить. И заниматься, как говорится, строительством. Все. Всем мур-мур. Всем до потом. Как говорится, услышимся уже в следующей серии. Все. Всем пока-пока.